Итак, друзья, всем привет. На улице двое суток стоит мороз, минус 25. Машина с Японии, антифриз не менялся. Мы сейчас первым делом заглянем под капот, посмотрим, в каком он состоянии. И если он там не желе, то попробуем ее завести. Пойдем глядеть. Итак, смотрим. Этот, как видите, замерз к хренам. Вообще задубел. Это инвертора. А в двигателе, как видим, тоже. Видите там ледышечки? Как бы вам их показать? Сейчас. Вот там. В общем, хотел завести машину, но не буду. Как бы мне не к спеху, не надо заводить, поэтому оставлю так, как есть. Я уверен, что она заведется на все 100%. Но заводить не буду, как бы. Пускай стоит, оттает. Что могу вам, ребят, сказать? Сейчас опять в чате по этой машине пошли вопросы. Я думаю, это касается и Приусов, и всех остальных машин с такими двигателями. И Вокси, и Ноя, и Сквайр. Люди едут, мороз на улице, 25, 28, 30 градусов, и у них выскакивает ошибка. Я сейчас прикреплю несколько скриншотов, вот ребята скидывали. И они спрашивают в панике, да, ну, а что делать, что случилось? А проблема простая. Прихватывает помпу инвертора. Отключается, соответственно, гибридная система. Пропадает тяга гибридной системы. И все. Крыльчатка там маслает вот эту вот жижу. И все, капец. И поэтому ошибка выходит. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо менять сразу антифриз на минус 40, минус 50, кто в каких регионах живет. Здесь, я уверен, залит где-то ну, на минус 20. Вот, в двигателе может еще и на минус 15 даже. Редко бывает, когда минус 40 и там залито. Или еще ниже. Если вы попали на трассе в такую ситуацию, да, то есть перегоняете машину, заехали в регион, где там морозяка, то вам необходимо остановиться, подождать с работающим двигателем, подождать, пока антифриз в деинвертор немножко отойдет, отогреется, и после этого ехать дальше. И вот такими макаром проезжать. Ну и плюс морду утепляйте. Конечно, ветер идет, холодный воздух, да, он еще сильнее остужает все это дело. Вот, поэтому будьте в курсе, будьте в теме. Обязательно перед зимой проверяйте свой антифриз, чтобы не встрять, не дай бог, где-то на морозе на улице. Вот, надеюсь, это видео будет для вас полезно. Всем спасибо. Всем пока.